Неплательщики штрафов и алиментов скоро могут остаться без водительских прав до тех пор, пока не погасит долг. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрит Госдума. Документ обсудит во втором основном чтении. Временно запрещают садиться за руль. Депутаты предлагают тем, у кого накопилась задолженность в 10 тысяч рублей. Исключение может быть сделано для граждан, которые зарабатывают на жизнь вождением автомобиля. Если проект закона будет принят, новые меры начнут действовать уже с 15 января. Также во втором чтении депутаты сегодня рассмотрят предложение об упрощении процедуры оформления электронного полиса ОСАГО.